Здравствуй, дорогая семья Света! Приветствие! Сегодня уже мы чувствуем энергии Нового года. Они более мирные, более спокойные. У нас есть еще возможность переосмыслить, прочувствовать это состояние. Поэтому сегодня я вам предлагаю очень мягкую, коротенькую статью «Путь к счастью». Высшие силы Иисус Христос, контактер Магда. Силы. Люди всегда и везде по всей земле ищут счастье. Кто-то пытается его найти, накапливая материальные ценности, зарабатывая денежные средства, ища счастье именно в них. Но проходит время, и человек понимает, что он получил счастье. Но оно оказалось таким мимолетным. Кто-то пытается получить признание других людей, славу, и добивается этого всеми способами в своей жизни, думая, что счастье – это любовь и уважение других людей. Но со временем и этот человек понимает, что подобное счастье также мимолетно. Кто-то пытается построить личные отношения, создать семью, чтобы никогда не чувствовать себя одиноким, считая, что счастье – это быть не одному. Но со временем и этот человек понимает, что это мимолетное счастье. И можно быть одиноким и даже среди множества людей, если они тебя не понимают или не принимают. На самом деле счастлив тот, кто научился любить, кто научился отдавать свою любовь. Неважно, любят ли вас, а важно, любите ли вы. И когда вы любите всем сердцем, то наполняетесь счастьем, тем, что вы всегда искали. Счастье, мои любимые, не в материальных вещах этого мира, а в ваших чистых сердцах. Сердце, наполненное любовью, не страдает, так как оно целостно. Оно связано со всем миром, со всеми созданиями Бога и с Ним самим. Любовь вашего сердца помогает вам жить, творить и создавать прекрасные вещи. Любовь наполняет вашу жизнь великим смыслом и помогает с легкостью, играючи, проходить весь опыт души, все препятствия и жизненные уроки. Каждый, кто встретился с вашей любовью, станет мягче и светлей. Любовь творит чудеса, и вы видели множество подтверждений этому в вашем мире. Дорогие мои, любите себя, своих ближних, и весь мир. Это наполнит вас истинным счастьем. Ваш Иисус.